Привет! Добро пожаловать на мой канал. Мы сегодня будем говорить с вами о парфюмерии. Мы будем говорить о той парфюмерии, которая, мне кажется, идеально подходит на осенне-зимний период. Уже, наверное, на зимний нужно говорить. И о том, что мне очень понравилось, и я бы хотела этим с вами поделиться. Перед тем, как мы начнем, хочу сказать спасибо магазину «Рандеву», напомнить, что у них проходит «Черная пятница», скидки до 60%. И я искренне надеюсь, что вы еще успеваете сделать выгодные покупки. Кроме того, вот эти большие без того скидки суммируются с моим промокодом, который вы найдете внизу в инфобоксе. Итак, поехали. И вы удивитесь и поразитесь, наверное, но первый аромат, с которого я хочу начать, это Крит Авентус. Наверное, это даже где-то, знаете, банально в какой-то степени, потому что это один из самых популярных ароматов мужских, но вы знаете, почему я его взяла для этого обзора? Я поймала себя на мысли, что я по нему скучаю и что я хочу его для себя. Я его наносила на себя несколько дней, ходила в нем вот в эту вот хандру. Мне очень нравится, как он звучит. И самое интересное, что когда окружающие чувствуют этот аромат с меня, даже те, кто разбирается в парфюмерии и знают Крит Авентус, не считывают с женщины, что это Крит Авентус, потому что привыкли его обонять и чувствовать именно с мужчиной. И все: ой, боже, как от тебя пахнет, а что это, а что это? Говорю: не знаете, что ли, ребята, это Крит Авентус. Да ладно. И вот мне он правда нравится. Мне нравится, как он звучит именно с меня в этот период, и мне хочется его забрать для себя. Вообще, конечно, если говорить откровенно, Авентус удивительный аромат, он правда красивый, и если бы в какой-то момент времени он действительно не звучал с каждого мужчины, то можно было бы сказать, что это просто находка. На самом деле, это правда находка, это правда своего рода такой, знаете, уже парфюмерный хит, который по праву таким является. Это шипр с черной смородиной, с красным яблоком, с ананасом, с пачули, розой, березой, амброй, ванилью, мускусом, дубовым мхом, естественно, потому что это шипр. Но вот и скажите мне, что здесь такого абсолютно мужского? Он мне нравится, я все-таки хочу его забрать себе. Хочу, не могу, что называется. Вот просто, понимаете, поймала себя на мысли в какой-то момент, что я хочу себе в коллекцию Крит Авентус именно для себя. Вот если вы так, вы такая же, то, возможно, рассмотрите этот вариант. Кажется, я нашла для себя фаворита у Экс Нило. Вы знаете, что у меня такие немножко странные отношения с этим брендом. Я любуюсь их ароматами, мне они нравятся, но на всех, кроме себя практически. Хотя мне очень понравилась последняя вот эта Fleur Narcotique в черном флаконе. И это Blue Talisman. Нравится флакон, вот этот градиентно окрашенный, красивый. Нравится звучание этого аромата. Он как будто бы минеральный, несколько прозрачный, он у нас с вами фруктовый, здесь есть мускус, здесь есть груша, здесь есть апельсин. В нем все в меру и все сбалансировано, и легкая сладость. Я не чувствую здесь цитрусовых нот явных, может быть, я бы даже сказала, что это какой-то апельсиновый цвет. Есть в нем какая-то нетривиальность, есть в нем какая-то манкость, у него очень красивый тонкий шлейф. Я, кстати, очень хорошо его представляю на мужчине, в том числе, что меня потянуло в это направление. Но мне даже кажется, что Blue Talisman понравится тем, кому нравится Авентус, и они не похожи, я не про это, но как будто бы вот что-то общее, вот это какая-то тонкая нить в шлейфе, такие хитросплетения интересные, здесь присутствуют. И я думаю, что Blue Talisman, если я вот так вот услышу на ком-то, я его узнаю. Продолжаю знакомиться с удами Иницио. В прошлый раз я показывала вам Oud for Greatness, в этот раз Oud for Happiness. Бергамот, имбирь, кедровое дерево, индийский уд, лакрица, ваниль, мускус, натуральные ноты. И меня на работе одна девочка, наша гример, просто замучила с этими удами, потому что, оказывается, в какие-то времена у нее был молодой человек, с которым у нее эти два аромата, два уда, были парными. У него был Oud for Greatness, а у нее вот этот Oud for Happiness. И когда я прихожу в Oud for Greatness, она мне: ты в Oud for Иницио? Я говорю: а что такое? От тебя пахнет моим бывшим. Я говорю: ну извини. Она: нет, нет, у меня только приятные воспоминания. Но Oud for Greatness правда классный. Oud for Happiness
более как будто бы легкий, более тонкий. Ну, вообще, вот это удивительно, потому что, вы знаете, если вы боитесь уда, потому что я-то уд очень люблю во всех его проявлениях, здесь он какой-то ласковый, нежный, пушистый, округлый. Вот что wood for greatness, что wood for happiness. Они красивые, они такие, знаете, слаженные. Потому что бывают удовые ароматы, когда этот уд идет впереди планеты всей, остальные его догоняют. А вот здесь такого нет, они все идут вот одним шагом, одним строем. Очень мне нравится тоже этот аромат, я даже не знаю. Wood for Greatness, наверное, чуть-чуть больше мне нравится, но и Wood for Happiness тоже. Мне хочется, на самом деле, и тот, и другой в полном объеме в свою коллекцию. Мне они нравятся, очень стойкие, шлейфы. Вот все вот ароматы вообще, которые я сегодня вам буду демонстрировать, стойкость, шлейф, качество, сбалансированность вот этой композиции, все присутствует. Казалось бы, Марли, у меня тоже с ними такие интересные отношения, мне нравятся их мужские ароматы, вот черные, вот эти серебряные, такие брутальные флаконы, у меня даже парочка ароматов есть, а все, что у них женское, вот, в таких фигурных флакончиках с кисточками, тоже, наверное, больше мне нравится на других людях. И это аромат, который называется «Валая». Что-то мне подсказывает, что он обязательно понравится тем, кому нравится флёр наркотик. Он у нас с вами с персиком, с бергамотом и мандарином, с петалией, кто бы это ни была, с ветивером, с цветочными нотами, с водными нотами, с амброй, ванилью, мускусом, акигала-вудом и так далее. Красивая композиция. Красивая такая, объемная. Я еще какие-то ягоды слышу. Мне кажется, красные. Может быть, даже красную смородину такую немножечко переспелую. Аромат не слишком заслащивается, что для меня очень важно, потому что цветочных нот здесь очень много. Но он абсолютно феминный, конечно. Он женственный. И мне очень нравится в нем, еще раз повторюсь, вот этот баланс. Это важно, потому что бывает, что в таких ароматах есть, знаете, нота, ну, люди называют компотом, да, такие ароматы. Здесь этого нет. И я бы сказала, что, ну, как флёр-наркотик, ты чувствуешь, что это хороший парфюм, да, такой. И здесь то же самое есть. И как он звучит близко к коже, когда, да, вот, например, человек подходит, или вы руку свою слушаете, и как он звучит в шлейфе, это красиво. И мне очень нравится у Марли, что у них очень, знаете, разнопланово звучат ароматы. То есть на дистанции от вас человек вообще его может как-то отдаленно, интересно почувствовать. Потому что у меня стоял этот флакон и блоттер, и я понимаю, что вот я иду по квартире, прохожу мимо, и вот это вот шлейф такой в воздухе, он один, думаю, чем это пахнет. Подхожу, слушаю блоттер, думаю, да вроде не то. То есть у них так интересно вот это вот расслаивается аромат вот так вот, да, на шлейф и вот эту какую-то более близкую такую теплую базу. Что-то кисленькое здесь, как флёр-наркотик есть, потому что там личи, здесь может быть тоже личи или маракуйя, что-то вот присутствует такое из того, что мы с вами не перечислили. Мне он нравится, поэтому если вы любите направление флёр-наркотик, то, скорее всего, эта штучка тоже вам понравится. Последний аромат хочу вам показать, который просто произвел на меня впечатление, хотя он вышел не вчера, и мне казалось, я тоже его слушала. Это Насамото Дьюро называется. Это шипр. С бергамотом, с базиликом, геранью, лавандой, мускусом. Но, да, конечно, этот парфюмерный дом, этот бренд умеет удивлять, особенно последний их аромат, если вы его слушали. Кстати, кто слушал, напишите. Это вообще отдельная история. Шок-контент вообще. Какой он интересный, потому что в какой-то момент я его нанесла на себя, вот тот самый первый раз. И мне он даже в какой-то момент стал что-то, знаете, выдавать с шафраном, как будто бы немножко, что ли, бакарой откуда-то пахнуло. Я думаю, да ну, да не, не может быть. Но потом он становится таким древесным, обволакивающим, и у него вот тоже этот красивый контраст, знаете, между какими-то легкими, очень такими звенящими, потрясающими в шлейфе. Там шлейф просто Останкинский коридор, и представляете себе, там километр. И ты там уже далеко ушел, а от тебя еще люди где-то там в начале коридора пахнет.
А ты от себя чувствуешь вот эту теплоту. Он благородно звучит, очень красивый. Невероятно мне понравился, тоже мне захотелось его в свою коллекцию. А что-то, знаете, меня накрыло, мне Фантомаса захотелось. Слушала его, всегда как-то чуралась этого Фантомаса. Он для меня пах, знаете, металлом немножко окислившимся. А тут что-то прям Фантомасом захотелось, потому что он от моего любимого парфюмерного Десен Дурга похож на, знаете, на что? На Виа Вольта, по-моему, называется. У меня он есть, электричеством как будто пахнет. И вдруг мне стало казаться, что он не металлом окислившимся пахнет, а вот этим электрическим таким ароматом, что-то захотелось мне его. В общем, не знаю. К этому бренду вообще нужен подход. Его не надо бежать и вот покупать по отзывам, по, там, я не знаю, чему. Его прям надо раз подойти к нему, два. Нанести на блотер, нанести на кожу, нанести на одежду. Походить при одной погоде, при другой, при третьей. И тогда уже сделать свой выбор. Потому что бренд очень интересный. Ну и, как вы знаете, простых парфюмов они не делают. Я очень надеюсь, что мой обзор был вам полезен. Спасибо, что были со мной. Всего хорошего. Пока.